Верхом на звезде, вцепившись в лучи, с луной на поводке в ночи. Ребята, привет! Клуб интеллектуального туризма, Анисимов Дмитрий. Мы, короче, выведели, добрались. Это коротенький ролик просто о том, как будет протекать наш путь домой. Ребята, смотрите, как бегут в магазин, просто ломятся просто. Зло смотрят на всех. На голубей особенно. На голубей, да. Вон они. Ух, мясо бегает. Давайте смотреть. Магазин. Там, смотрите, там много еды. Представляете себе, у меня другой вагон, и они все равно все приперлись. Еще нет 11. Вот не могут без меня никак. Все равно все пришли. Это он к нам приперся, он все обманывает. То есть... Какой сейчас ходовой день у нас получается? 15-й ходовой день, лжет. Ходовой день, едет в поезде, лжет. Наклалась. Короче, я не знаю, что с ними не так. Они не уходят. Они потерялись, видишь, карту смотрят. Вот смотрите, а он думает, что он один, типа, среди нас сидит. Меня здесь вообще нет. Уже не уходит. Привет, клуб интеллектуального туризма. Я Анисимов Дмитрий. Хочу с вами поделиться проделанной работой. Дома меня не было. Выпуск маленьких новостей. С одной всего новостью. Дома меня не было 17 дней, получается. У меня, смотрите, что. Рога северного оленя. Холодчахль. Атартен. Погодите, дорога. Чахаль, Атартен, озеро одинокого гуся или последнего гуся, Лундхусаптур, Лундхусапчахаль, Лундхусапсахыл, конечно же, перевал Дятлова, урочище, плато Мантупунер, урочище Поритайсори, все это те места, где я побывал за эти 17 дней. Лоси, олени северные. О, мой троллейбус! Слишком много болтаю.